Привет моим подписчикам, а также гостям моего канала. Сегодня готовим блинный тортик, очень быстрый, вкусный, со вкусом тирамису. Духовка нам не понадобится, так как мы будем печь блины. И торт получается очень нежным. Посмотрите, какой он пропитанный. А еще и такой красивый за счет того, что такие вот полосочки у нас получаются. На любой праздник этот торт подойдет просто идеально. Начинаем мы с приготовления блинов. Если у вас есть ваш рецепт, вы можете приготовить по вашему рецепту. Я в яйца добавляю соль, сахар и перемешиваю венчиком. Затем вливаю половину молока и добавляю муку. Хорошо перемешиваю и вливаю сюда же оставшееся молоко. Так я готовлю шоколадные блины, то, конечно же, добавлю пару столовых ложек какао. Если кто не любит шоколадные блины, можно печь обычные. Последним этапом добавляем подсолнечное масло и приступаем к выпеканию блинов. Блины получаются очень тонкими, их получится достаточно много. Крем у нас будет сливочно-сметанный. Для этого я взбиваю сливки с сахарной пудрой, с ванильным сахаром и загустителем сливок. Сливки получаются очень густыми. Теперь добавляем сметану и на маленькой скорости перемешиваем. Можно использовать не миксер, а лопатку. Разделяем крем на две части. В одну из частей добавляем кофе либо какао. Если торт я делаю там, где есть дети, я делаю его с какао. Если же вы делаете для себя, для взрослой аудитории, то, конечно, вам следует делать с кофе. Будет более реалистично и похоже на тирамису. Также можно добавить ароматизатор рома. И собираем наш торт, постоянно чередуя два вида крема. Когда блины кончились, оставшийся крем смешиваем и покрываем его сверху и по краям. Наш крем получается очень устойчивый и при этом легкий и вкусный. Сверху посыпаем какао и убираем в холодильник буквально на час-два. Этого будет достаточно. Сейчас разрежем и я еще раз покажу, какой красивый он получается внутри. Крем можно готовить абсолютно разный. Посмотрите, какой аккуратный, красивый и очень вкусный.
Для тех, кто любит начинку из кофе либо какао, этот торт вам понравится. Также у меня на канале есть другие варианты блинных тортов и рулетов. Я желаю вам приятного аппетита. Подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить новое видео. С вами была Лена. Пока-пока!